Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к подорожанию полиса на 15%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогнозы экспертов. Напомним, что проект поправок к закону об обязательном автостраховании, помимо увеличения до 2 миллионов рублей выплат по ущербу жизни и здоровью, предполагает отказ от территориального коэффициента. Сейчас этот показатель может увеличить цену полисам более чем в 2 раза. Отмену мультипликаторов, в том числе и мощности двигателя, хотят компенсировать расширением тарифного коридора. Сначала на 40, а затем еще на 30%. Это и может спровоцировать удорожание ОСАГО. Страховщики, в свою очередь, заверяют, что это коснется в первую очередь проблемных водителей.